Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга, и тема нашего расклада. Что у меня будет дальше с этим мужчиной? Да? Давайте посмотрим. А что дальше? Итак, у нас один вариант. Вначале будет информация, по которой вы можете понять, ваш ли это расклад, интересен ли он вам. И давайте посмотрим для начала состояние мужчины по отношению к вам. Состояние мужчины. Ой, эта женщина мне прям по судьбе. Чистый соблазн, чистое вот искушение. Просто она мне так нравится, просто капец. Девочки, а вы сносите ему крышу. У нас даже здесь и два старших аркана, которые, ну просто, знаете, неспроста вы вошли в его жизнь. Вы можете быть для этого мужчины даже и роковой женщиной. То есть с вами тяжело, без вас невозможно. Вы искушение, вы соблазн. Вы женщина, которая просто горит, как огонь. А он не в силах сопротивляться этому огню. Он не в силах просто как-то оторваться от этого огня. Но я вам скажу, что, конечно, этот мужчина о вас очень высокого мнения, потому что здесь идет момент, что вы как и элегантная, как очень, знаете, такая женщина для самых серьезных отношений, но ключ у вас просто, знаете, он у вас вот на этом медальоне висит. То есть к его сердцу очень тяжело добраться, к ней тяжело приблизиться, но она безумно меня влечет, да, вот эта женщина, она просто с ней только в рай или в ад, какой-то середины быть не может, или она с тобой и ты в раю, или она где-то, да, недовольна чем-то, и она просто разрушает вокруг тебя весь мир. Это женщина-стихия. Вы ему безумно нравитесь, этому мужчине. Ну, давайте посмотрим дальше. А он вам. Давайте посмотрим. Ваше отношение к этому мужчине. Ваше отношение. Да, я где-то жду его. Да, я где-то жду. Угу. Вы знаете, ваше отношение к этому человеку вы ждете. Вы ждете, возможно, вы на расстоянии с этим мужчиной, возможно, сейчас вы ждете каких-то определенных шагов с его стороны, но здесь идет такой момент, ваше отношение, вы о чем-то мечтаете, вот о каком-то партнерстве, возможно, с этим человеком, о неком развитии дальше, да, о неком продвижении дальше этих отношений. Здесь идет момент, я ожидаю партнерства, я где-то мечтаю о чем-то большем, да, вот с этим мужчиной. То есть о неком развитии. Я вижу, да, это развитие, я его ожидаю. Но здесь идет момент, а будет ли, да, а что дальше, а есть ли это дальше, а кем он станет для меня, а как он проявится ко мне. То есть здесь у женщины идет такой момент, а я еще где-то не определилась. Я жду каких-то шагов, ожидаю я от этого мужчину партнерства, да, я жду каких-то, какого-то момента осуществления своего желания, осуществления своей мечты. И пока что я как-то на расстоянии, да, вот держу этот момент, как немножечко, возможно, где-то не подпускаю. Где-то я в каких-то размышлениях, где-то я сияю, да, для этого мужчины. Возможно, находитесь в каком-то общении с этим человеком, но я не приближаю его очень близко. Я вам скажу, что здесь люди однозначно друг другу нравятся. Здесь, конечно, женщина где-то еще, знаете, она не спешит, не спешит в каком-то окончательном своем решении. Она вправе воле выбирать, она вправе воле решать, и она где-то сейчас, да, находится в таком состоянии, когда я с ним общаюсь, да, вот по звезде, я общаюсь с этим человеком, но я как-то не приближаюсь, или вы на расстоянии с этим мужчиной, потому что идет момент ожидания, я еще жду момента сближения с этим мужчиной, я еще жду вот этого момента, когда я приму окончательное решение. Здесь женщина, да, и где-то еще немножко, возможно, и осторожничает, да, осторожничает отдавать свою любовь, осторожничает открываться очень перед этим человеком. Хоть и есть такое, знаете, искреннее желание, чтобы это было именно оно, чтобы это было именно тот момент, та ситуация, да, которую я жду. И здесь идет момент, что женщина ждет, ждет какого-то приближения этого мужчины, дабы вот как-то, возможно, принять четкое решение, да, вот как-то
войти в вот этот океан моря и наслаждение с этим человеком. То есть здесь такой момент. Женщина желает, но она все равно как-то осторожна. Возможно, какой-то предыдущий опыт, он как-то ее очень научил, да, потому что сейчас она как-то придерживает вот этот ключ, да, она при себе придерживает. То есть и этот мужчина, да, он как-то желает прорваться, но ему не так легко. А эта женщина, она ждет каких-то движений его как партнера, как мужчины, о котором она мечтает. То есть здесь идет такой момент: я хочу в это верить. Я хочу давать эти шансы, я готова, да, где-то идти навстречу этому человеку, но я пока что вот как-то присматриваюсь, я не принимаю поспешного решения, да. Ну хорошо, давайте посмотрим, а что между вами сейчас, что между вами происходит? Что между вами происходит? Так, идет какой-то момент, что есть ситуация, которая не очень устраивает ни женщину, ни мужчину. Вот. А ситуация это в расстоянии. Очень может быть, что вы не на расстоянии. Поэтому эта женщина видит эту ситуацию не такой простой, да. И где-то я жду приближения этого мужчины. Очень может быть, что вы где-то и на расстоянии с этим человеком, да. Потому что мужчина занят где-то работой, где-то дела, контракты, какая-то вот такая ситуация. Ой, так, такое желание взаимное что-то изменить, трансформировать, вот как-то трансформировать эту ситуацию, идти к лучшему, идти общей дорогой, изменить вот этот момент, который не устраивает. Очень люди хотят поменять эту ситуацию, что вот они на расстоянии, не устраивает это. Особенно это не устраивает мужчину, потому что вижу, что прямо просто он сгорает от желания, сгорает от нетерпения, и очень желает он приблизиться к ней. И женщина ждет, в принципе, да, этого мужчину, ждет его. Ну хорошо, давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим, что этот мужчина думает о вас. Что он думает о вас сейчас, этот человек? Что он о вас думает? Так. Что ты думаешь? Я хочу так шанса, хочу шанса, на, чтобы эта женщина меня любила, чтобы я был вот для нее очень важным, очень таким, таким сильным, достойным мужчиной. Я где-то хочу обладать и владеть этой женщиной. И вы знаете, да, здесь идет момент, мужчина думает о том, что он влюбился, что он любит эту женщину. И думает, и размышляет, и планирует какую-то поездку к ней, поездку к вам. Он желает вот этого момента некого, он знает, да, что это не напрасно, что он получит свое вознаграждение, что он, что вы стоите, да, того, что некий шанс, который вы дадите, он стоит очень многого. Я вам скажу, что этот мужчина на многое способен ради вас. И где-то он хотел бы даже вас и удивить, то есть где-то вас чем-то и порадовать. Этот мужчина придет не с пустыми руками. Он что-то принесет, привезет, чем-то будет радовать, да, чем-то удивлять. Этот мужчина думает о том, что он любит вас, и он желает движения дальше, движения совместного вместе с вами. Желает приехать, желает появиться, желает, чтобы вы его ждали. Ждали, да? Ну хорошо, давайте посмотрим дальше. Чувства. Что у этого мужчины в чувствах? В чувствах к вам сейчас. Что у него в чувствах? Ух ты. Что у него к вам? Знаете, он боится потерять вот этот момент. Очень может быть, что вы сейчас общаетесь через телефон, через интернет. И он прям, знаете, боится, что вот ну, что-то случится, да, и как-то вот пропадет эта связь. И как вот быть, да, он боится вас потерять, очень боится. А почему? Потому что вы его шанс на некое перерождение, обновление в его жизни. Вы знаете, такой энергетический подъем, что он к вам чувствует. Это буря эмоций, это буря чувств. Он, знаете, видит в вас вот этот некий росточек, то есть здесь все может быть, здесь все может получиться. Вы то, да, что хранят, да, вот что бы ни происходило вокруг, да, вот все сгорело, все затлело, а вот это нужно сохранить. Чувства к вам нужно сохранить, вот чувства между вами нужно сохранить. Вообще этот человек, он видит большой потенциал в ваших отношениях. И что он сейчас чувствует, это
Буря эмоций – это такой подъем, это крылья, да, которые вы ему даете. Но идет момент такой опаски, опаски, что я могу это все потерять в один момент, в один миг. А почему? Потому что сейчас оно вот все так, да? Оно вот все, возможно, через телефон, через зеркало, через стекло. Оно как-то все от меня ограждается, да? Оно как-то все для меня недоступно. Оно почему-то отдает холодом, потому что я не могу прикасаться где-то, возможно. Вот этот момент расстояния, он здесь очень, очень он чувствуется. И здесь эмоции, конечно, зашкаливают у этого мужчины. Чувства его таковы. Сильно боится он вас потерять. Очень сильно. Какие-то страхи, особенно, знаете, какие-то бывают такие моменты, что это страх его. Это его страх потерять вас. Потому что очень много надежд. Да, он уже обрел эти крылья. И он очень боится их потерять. Он уже обрел эти чувства к вам. И он очень боится их потерять. Ну, покажи нам еще твои чувства к этой женщине сейчас. Твои чувства. Да, я так хочу быть победителем в ее глазах. Это вообще, да, вот то, что вы с ним общаетесь, то, что вы находитесь в неких отношениях, да. И я вижу, да, здесь, что здесь есть момент желания обоюдного эти отношения развивать и строить дальше. Это как он чувствует себя как в некой степени... Вот, это моя личная победа, да, это что-то очень важное в моей жизни, это некий момент своего, знаете, как свою частицу я приобрел и стал сильнее. Я даже бы сказала так, что даже мужчины извне, да, они как-то, он как-то видит себя где-то лучше, да, то есть вы его определили как победителя, вы с ним находитесь в неких отношениях, в некой связи, да, и это уже для него некая победа в жизни, то есть что такая прекрасная женщина с ним в отношении. И здесь вот эта карта, она говорит о очень, знаете, сильных чувствах по отношению к вам, о очень, знаете, таких перспективных, и, возможно, да, сейчас, может для кого-то даже пройти такой момент, что вы где-то встретились, по какой-то причине человек опять уехал, или вы вообще на расстоянии в каком-то общении находитесь. Но я вам скажу, что это что-то важное для этого мужчины. Он это понимает, что это не что-то легкомысленное, не что-то быстро проходящее, а это что-то очень важное и весомое вот для него, в его жизни. Эти чувства, да, его, они очень важны. Давайте посмотрим его искренние намерения, да? Чего он хочет от вас? Что ему от вас нужно? Что ему от вас нужно? Что нужно? Любовь. Боже, девочки, смотрите, что ему нужно? Старший аркан влюбленный. Ну, что здесь можно сказать? Ему нужна любовь. Ему нужна искренняя любовь. И я вам скажу, что да, этот мужчина, он идет за этим вот, за этими крыльями. Ему нужна ваша любовь. Он очень боится потерять вот эту нить, которая вас связывает. Он боится вас потерять, потому что ему от вас нужна любовь. Вы нужны этому мужчине. Вы такая, как вы есть сейчас, в этот момент, в эту секунду, в эту минуту. Со всем, понимаете, всем, что есть в вашей жизни, что бы там ни происходило, вы ему нужны. Он готов, понимаете, это все принять. Он желает это все принять. Он хотел бы этих отношений и настоящей любви. Он желает войти с вами вот в этот старший аркан влюбленный и в нем и остаться, понимаете? Чтобы любить вас и быть любимым вами. Быть дорогим для вас человеком. Ну, прекрасно. Что здесь можно еще добавить? Что ему нужно? Ему нужна любовь. Он идет за этой любовью, и многое, да, он может отдать за эту любовь, многое может предложить за эту любовь, на многое может пойти ради нее, ради вас, как ради женщины. Давайте посмотрим дальше. Что скрывает сейчас этот мужчина от вас? Что он от вас скрывает? Что он скрывает от вас, этот мужчина? Ему очень непросто, ему очень сейчас даже тяжело. Вы знаете, такая усталость на пути к победе. Он знает, что
что он ее одержит, да, это может касаться неких его рабочих моментов, да, но идет момент такой, что ему сейчас тяжело, ему непросто, но он как-то от вас скрывает многие моменты, да, где-то, чтобы вас не расстраивать, где-то он считает, что вот вы для любви, для прекрасных отношений, а это суета, это что-то, сегодня так, а завтра будет иначе, вот только любовь, да, она остается надолго, а каждый день он приносит что-то иное, что-то, какие-то новые испытания, какие-то новые препятствия. И это просто суета, да. И об этой суете он не желает с вами говорить. Он не желает с вами обсуждать вот эту суету. Потому что это бесценное время, которое он в каком-то общении с вами находится. Он как бы хотел его просветить, чтобы слушать больше вас. Чтобы вас слышать. Да, как я занимаюсь своими делами, да, это мое, ну вот это какая-то иная жизнь, да. А ты мне расскажи, да, я хочу слышать тебя, я хочу слышать твой голос, я хочу наполниться вот этой энергией, как знаете, таким горным воздухом, как этим горным ароматом. Я хочу насладиться твоим голосом, так. Здесь мужчина скрывает то, что ему очень вас не хватает. Ему где-то и тяжеловато, знаете, в этом плане. Не хватает ваших каких-то слов, прикосновений нежных, даже случайных. Очень как-то мужчина тоскует, почему-то мне идет. И он где-то скрывает этот момент каких-то своих личных трудностей, но не потому, что что-то он, да, там такое страшное от вас скрывает. Нет, это просто момент, что я... Это время, которое, да, есть у нас с тобой, да, я хочу тебя слышать, я хочу слышать тебя, как горный воздух, да, как вдыхать, да, просто наслаждаться этим моментом, просто когда я рядом с тобой, когда я общаюсь с тобой или когда я рядом с тобой. Ну, давайте посмотрим дальше. Что он желал бы знать о вас, что этот мужчина? Что он желал бы знать о вас? Ой, вообще все. Чем заняты, чем увлекаетесь, что вам интересно, что вам кто рассказывал, что, с кем вы о чем говорили. Вот вообще, да, звон вашего голоса. Вот вообще, да, вот просто вы ему интересны полностью. Вот что вас заинтересовало, что вы видели, что вы слышали. Вообще, да, даже не это, а просто ваш голос слышать ему интересно, просто слышать ваш голос. А вообще-то вся ваша жизнь, чем заняты, что радует, да, что с подружками говорили, куда ходили, чем сердце твое беспокоится. Вот, да, вот что ему интересно знать о вас, да все. Потому что идет момент, что тебя радует и что тебя огорчает. Вот я хочу знать все о тебе. Я хочу, как в книге, прочитать о тебе все. Мне интересно, что, какая печаль, что тебя печалит, а что тебя радует. Я хочу знать все. Да, потому что ты моя принцесса, ты мое золото, ты очень дорога мне. Ты очень мне дорога. Хочу удержать, и все мало, понимаете? Я жадничаю твоими словами. Почему-то мне прям идет, что он желает просто вас слышать. Но вот сейчас, да, вообще желает быть рядом с вами, желает прикасаться, желает быть рядышком, желает трансформировать эту ситуацию, которая, возможно, сейчас не очень вас устраивает, изменить ее, дабы быть вместе с вами, дабы любить вас. Но сейчас что вот ему интересно? Все ему интересно, потому что вы его любимая, да, он жадничает любой информации о вас. То есть и что радует, и что печалит. Чем сердце твое огорчается, а что твое сердце радует, что тебе нравится, чего ты хочешь, и вообще, да, все, ты мне нужна, вот не отдам никому, да, моя принцесса, мое золото. И вы знаете, прям вас такой девочкой воспринимает. Здесь может быть разная ситуация. Вы можете быть примерно одного возраста. Для кого-то может пройти, что мужчина старше. Для кого-то может пройти, что и женщина старше. Но мужчина прям вас воспринимает такой нежной, такой молодой энергией. Такой просто, ну просто вот этот росточек нежный, которым просто восхищаешься. Да? Он такой вот прям наполненный какой-то силой внутренней. С одной стороны, вы такая хрупкая, а с другой стороны, вы такая сильная, да, вот как этот росточек. Он такой
такое, да, вот труд делает, чтобы выйти наружу, чтобы показать себя. И здесь вот такой момент, что ну прям с одной стороны такая нежная и хрупкая, с другой стороны такая сильная, такая интересная. Ну давайте посмотрим дальше. Что дальше? Давайте посмотрим. А что дальше ждет вас в этих отношениях, в отношениях с этим мужчиной? Что вас дальше ждет с этим человеком? Что дальше? Мужчина будет действовать. Вот смотрите, какая у нас ситуация. Еще будет какой-то момент, когда, возможно, будет ситуация, как, возможно, это расстояние, оно еще потянется, да, какой-то момент, что мне тебе не хватает. Идет момент, что этот мужчина будет ревновать. Он ревнует вас уже сейчас, да, он ревнует какие-то вот со всех сторон, что он может где-то потерять вас, потерять вот эту нить. Он ревновать будет вас, потому что это чувство какой-то угрозы. Но по справедливости этот мужчина будет действовать, дабы вы вошли в десятку пентаклей. Что дальше? Этот мужчина будет действовать, будет развивать ваши отношения. И здесь очень большой потенциал в этих отношениях. Вы знаете, мужчина как-то воспринимает вас по справедливости. То есть он где-то свои слова он будет исполнять. Где-то он будет держать свое слово, действовать по справедливости, по отношению к вам. И дабы войти вот эту десятку пентаклей, дабы войти с вами в очень серьезные перспективные отношения. И да, идет еще момент неких моментов, да, которые нужно пройти, которые вот так или иначе стоят на пути, которые так или иначе где-то, возможно, огорчают. Да, но это того стоит, потому что, ну, вот это невозможно же отказаться от вас, невозможно, что бы ни происходило, невозможно отказаться, потому что оно так дорого, если даже будет пожар и все сгорит, первое, что буду спасать в своей жизни, это вас, понимаете? Первое, что он будет спасать, этот мужчина, это вас он будет спасать. Это вы ему нужны. Вы как-то в мыслях и в чувствах этого мужчины, вы как-то уже вышли на первый план. Вы очень важная для него. Вы очень значимая для него. И вот какие бы ни были угрозы, вы настолько ему нужны, что этот мужчина по справедливости будет делать все, будет какие-то шаги, да, вот предпринимать, дабы быть с вами вот в этом, вот в этой десятке пентаклей, когда полон дом, полная чаша, мы вместе, мы рядом, да, и вы основа вот этого всего, некого его плана на будущее. Вы основа плана на будущее, на очень стабильное плана на будущее. Ну давайте посмотрим еще, чего не избежать. Вот что так или иначе должно произойти еще. Чего не избежать? Чего не избежать вам? Ну мужчине еще, конечно, придется побороться, но он как-то вот, знаете, что-то ценное, очень, очень ценное что-то хранит. Еще будет какой-то момент переписок, еще будет какой-то момент слов, какой-то момент, знаете, сомнений даже, возможно, да. Почему-то мне идет, что мужчина как-то еще где-то что-то еще есть, какой-то материальный вопрос, и что-то за что-то еще нужно бороться, да, за некое будущее, открыть вот эту дорогу на пути к вам, да. Чтобы вот этого шанса не потерять, который будет дан. Вам не избежать выбора, а выберете вы любовь. Будет какой-то момент выбора, но выберет любовь. Выберет гармонию, да? Любовь победит, потому что без любви это одиночество, это бесконечный путь в никуда. Это вечное самокопание. Я вам скажу так, еще будет какой-то момент. Возможно, мужчина где-то вот на расстоянии, есть какие-то вопросы, еще это все будет решаться. Будет какая-то еще связь, да, какая-то переписка, какой-то вот такой момент острый почему-то, да.
Но что бы ни происходило, идет ситуация, что движение будет, потому что в выборе, если будет такой выбор, да, если выбор вообще существует, то он выберет любовь, потому что без вас он одинок в бесконечных своих блужданиях, бесцельных, да, он выберет любовь, потому что здесь идет гармония. Чего не избежать, еще какие-то препятствия будут, но любовь здесь победит, потому что по-иному быть не может, потому что этот человек, он держит путь только к вам. Без вас это бесцельное блуждание. Вы являетесь той целью, тем огнем, да, который освещает путь. Этот мужчина, он будет идти к вам, и он вы придете с ним вот в эти гармоничные, прекрасные отношения. Когда прошлое остается позади, а свой цветок надежды я несу вперед, я несу в будущее. Чего вам не избежать, знаете, будут плоды, будет результат вот этой трансформации, трансформации этих отношений. Здесь будет реализация вас как женщины, будут плоды, будет результат вашему ожиданию, будет результат ваших вкладов, да, вот в эти отношения. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Итак. Совет для вас, как для женщины в этой ситуации. Совет женщине. Угу. Ой, девочки, шанс на вас. Вы знаете, такая вот совет женщине, не закрывайте путь. Дайте шанс этому человеку, потому что он принесет в вашу жизнь большую любовь. Потому что здесь есть возможность, да, эта любовь, она прорвет все плотины. Она преодолеет все препятствия на пути. Дайте шанс этому человеку, он принесет большую любовь. Не закрывайтесь от него, потому что это искренне, это, знаете, какой-то честный порыв этого человека по отношению к вам. Да, будьте собой, будьте прекрасной женщиной, будьте, знаете, вот в таких гармоничных отношениях. Я вам скажу так, совет женщине, не закрывайте путь этому человеку, пусть идет к вам, пусть имеет такую возможность, потому что он идет с большой любовью в вашу жизнь. И такая возможность вам реализоваться, проявиться, ярко светить, да, как женщина, быть в очень гармоничных отношениях с этим человеком. Здесь, конечно, идет момент такого, где-то этот мужчина повысит вашу самооценку, потому что, ну, прям идет момент, мужчина желает любви, мужчина к ней стремится и многое готов пройти, и вы ему действительно очень нужны. Этот мужчина идет с большой любовью в вашу жизнь. И не закрывайте путь этой любви. Пусть она входит, пусть она приносит гармонию и радость. Пусть она осветит вашу жизнь и принесет много радости. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, любви, смелых и благородных мужчин в вашу жизнь. Всего вам самого-самого лучшего. И до новых встреч!